Протяг ремонту набытия нового обсталявания за обеспечение молодых специалистов жильем. Старшиня Гомельского облвыканкама сегодня наведал Добрускую центральную районную больницу. Геннадий Соловей погутарил с керавництвом и персоналом на конт стану справ у медустанове и планов ее дальнейшего развития. У Добрушскую районную больницу приезжаем загодя. Первым чином отправляемся у педиатричное отделение. Тут летость прошел ремонт, обновился внешний выгляд коридоров и палат. Зазираем у одну из них. Разом с матерью Татьяной трехгодовый Максим. И он тут уже другий тыдень. Ранее у больницах николи не лежал. И уже вельми хочется до дому. Мать и братика там чекает четырехгодовый Олег. И все ж таки спешаться не варто. Спочатку треба вылечить этот коварный тензилит. Миновито за его не сбивалась высокая температура и довелось ехать за допомогой у больницу. Але врачи тут, признается про слезы Татьяна, на самой справе от Бога. Лечащий врач у нас Ленец Людмила Станиславовна. Ну, это, конечно, врач от Бога. Таких врачей бы везде и повсюду. Очень хороший врач. Летось у организациях аховы здоровья, которые уходят у состав ЦРБ, отрымалось многое обновить. Появилось новое медицинское и технологичное обсталявание, мебля, компьютерная техника. На это выдаткавали каля 270 тысяч. Набыли электрокардиографы, компьютеры для врачов агульной практики. Обновленное реанимационное отделение, но различено на 6 месяцев. Месяц тому тут появилось новое обсталявание. Набыли аппарат штучной вентиляции легких и 3 прикойковые мониторы назирания за пациентами. У распоряджении медустановы и новые автомобили для неоткладной допомоги. Але самое, бадай, болючее пытание – ремонт и обсталявание акушерско-гинекологичного отделения. У им Добрушский район мае вострую потребу. Зараз допомогу женщинам оказывают у поликлиницы, а коли треба серьезное лечение, отправляют у Гомель. Плануется, что сроки на вырашение этой важной справы будут выделены у наступным годе. В планах нашего учреждения на следующий год – это дальнейшее укрепление материально-технической базы и развитие информационных технологий. Нам необходимо дальнейшее внедрение электронных рецептов в наше учреждение, развитие информационной базы нашего учреждения, подключение к единой информационной системе Республики Беларусь. Социальная сфера и, у приватности, система аховы здоровья завсёды у приоритете. Об этом на встрече с коллективом медустановы каже Геннадий Соловей. Например, комплектовать медустановы необходимым диагностичным обсталяванием – это значит на крок опережать хворобу. Своечасово выявить яе часто значит выратовать житё. И у этом накерунку межи помеж великими и малыми городами повинны стираться. Право на якостную медицинскую допомогу повинны иметь усе. Марина Джала, Евген Макенко, телерадио компания «Гомель» с Добруша.